встречал по улицам. Так, по-моему, начинается не очень веселый участок. Проверка связи, ребята, меня слышно? Нет? Ну, одинокий дальнобойщик. Может и не включать радиостанцию. Зеленый асфальт сменяется розовым цвет. Но дорогу будут расширять вот с правой стороны, да и с левой тоже. Какие-то земляные работы. Может, водосток будут делать. Проверка связи. Меня слышно, братан? Тоже выразился. С места ночевки пройдено 60 километров. Да, очень хотелось бы сделать видео, полное видео и на боковую камеру, чтобы могли в полной мере, ну как в полной мере, насколько это возможно, показать через камеры страну. Не догадался включить боковую камеру на Колыме. А там и дожди тоже были, и пыль, и... но что-то снял. Думаю, этого будет, наверное, достаточно. Чтобы иметь представление о Колыме. Будете на Колыме? Нет, уж лучше вы к нам. Я бы не был так однозначен.
расход бензина постепенно падает, 5,5. Запас хода показывает 580. А до Хабаровска 488. Так, рекомендую заправочную систему компании ННК. ННК. Во-первых, самый дешевый бензин. Во-вторых, там практически все заправляются. Дружище, ты в канале, слышишь меня или нет? Живые есть в эфире?
по связи. Меня слышно в канале, нет? Ладно, пусть в таком. В таком режиме может кто-нибудь появится. Спидометре 77, на видеорегистраторе 72-74, 73, короче. Thank you.
впереди, ни сзади. Я, наверное, немного-то приподнял боковую камеру. Thank you.
по-моему, с правой стороны идет дождь. Ну, не знаю, по крайней мере, там такая дымка. Похоже, что идет дождь.
сыплет водяная мелкий моросящий дождь. Надолго ли? По прогнозу, вроде бы, не должно было быть.
камера. Ограничение 40. Так, протру правое стекло, капли дождя там убрать надо. Заканчивается морось. Да, не очень хорошо. Ладно, чуть проеду.
протрут правое стекло, капли дождя там убрать надо. Вроде бы заканчивается морось. Да, не очень хорошо. Ладно, чуть проеду.
нехватка связи. Меня кто-нибудь слышит в канале? Дружище, ты меня слышишь в канале, нет? Я на маленькой желтой. $17.90 в канале, нет? Источник. Ну, дальнобойщики пошли. За медом, наверное. Что он недоволен? Взять, не взять.
Впереди источник, пойду. Пойду посмотрю, что там такое. Заезжать надо, что ли? Проверка связи. Ребята, меня кто-нибудь слышит в канале? Нет? Как, слышно нормально или еле-еле? Прям хорошо, хорошо слышно. Спасибо, дружище, удачи тебе. Так, ну что, он меня слышит. Звука я, наверное, нарзану. Пойду наберу воды, куплю вернее.
Впереди камера. Ограничение 60. Дальнобойщики пошли за медом, наверное. Что он недоволен? Взять, не взять. Файл заблокирован. Впереди источник, пойду. Пойду посмотрю, что там такое. Да заезжать надо, что ли? Проверка связи. Ребята, меня кто-нибудь слышит в канале, нет? Как, слышно нормально или еле-еле? Хорошо. Спасибо, дружище, удачи тебе. Так, ну что, он меня слышит. Звука я, наверное, нарзана.
пойду наберу воды. Куплю, вернее.
Конечно, денег у меня почти не осталось. Я еще не знаю, сколько могут понадобиться. Вода нарзан. Девушка там, которая со шланга наливает воду. Если своей тары нет, она предлагает, ну там бутылки, 1,5 литра, 10 рублей. Ну, в общем, есть рублей, по-моему, 1,5 литра. Короче, я отдал 90 рублей, она набрала мне 2 литра в мою бутылку и 2 бутылки по 1,5 литра ее. Считайте сами. Так, ну я выдвигаюсь потихоньку. Можно покупать мед. Что такое? Морось опять. Кстати, я вот на прошлом источнике покупал воду. Ну, набрал воды там, делал кофе и просто пил воду.